я нахожусь на территории борделя в римском городе Волюблис, и в самом углу покажу один римский прикол. Его смотрят женщины и дети, слышите детский смех, поэтому запрета как такового тут нету. Детям до 16 или старше. Смотрите, как бурно обсуждают. Итак, мы входим в город Волюблис. Очень большой римский город расположен на территории Марокко, на пересечении торговых путей и в очень плодородной долине, где до сих пор растут большие оливковые сады. Это триумфальная арка города, которая была построена в честь императора Каракалы. Триумфальная арка размещалась возле самого входа в город. Это была крепостная стена. А сразу за триумфальной аркой было, конечно же, места, куда порядочные граждане ходили редко. Это бордель. Вот я сейчас нахожусь в стенах римского борделя, где граждане за умеренную плату получали любовь. Говорится, любовь нельзя купить, но для одиноких сердец в римских борделях она продавалась. В уголке стоит таинственный знак. Если мы по всему миру говорим фаллический символ, то здесь он прямо и откровенно сделан в виде него. Обратите внимание, он отшлифован до блеска. Здесь точно загадывают желание. Только непонятно, мужчины, чтобы у них был большой, или женщины, чтобы им повезло с таким мужчиной. Табличка на нескольких языках, объясняющая, что это такое, тем, кто видит это впервые. Вот такой он, римский бордель. Это коридор, а это входы в комнаты для наслаждений. Комнаты небольшие размером, чтобы подразумевали кровать и какое-то пространство для того, чтобы осуществить любые мужские фантазии.